Совсем недавно в материалах нашей телекомпании звучала история семьи Донбасса. В феврале вместе с детьми в Пытьях эвакуировалась Любовь Солощенко. Сейчас, благодаря помощи муниципалитета, она готовится въезжать в отдельную комнату в капитальном доме. В целях оказания помощи этой гражданке, выехавшей из Луганской Народной Республики, было рассмотрено ее заявление, и ей предоставлено сроком на один год жилое помещение из расчета предоставления маневренных жилищных помещений 6 квадратных метров на одного члена семьи. Комната в двухкомнатной квартире 18,4 квадратных метра. По словам консультанта, подходящее по условиям жилое помещение как нельзя кстати оказалось свободным. Поэтому предоставить квадратные метры нуждающимся комиссия решила, не задумываясь. Подписав договор, Любовь поделилась эмоциями. Нормально. Главное, что есть где жить. Дети будут ходить в школу здесь рядом, в садик. Поэтому все лучше. Мы надеемся, что это будет временное жилье и что все-таки на Донбассе возобновится мир, и мы вернемся домой. Сейчас с решением жилищного вопроса Любовь планирует устроиться на работу. Благодаря помощи, говорит, жить стало проще. И привыкать к обычной жизни с двумя детьми теперь легче. Полина Сергеева, Данила Лебаев, телекомпания «Пытьях-Информ».